Пруэт? Честно говоря, когда первый раз я это послушал, я подумал, что пьяный суслик помирает где-то. Но оказалось, это я. И я так делаю в каждом ролике. Ну а делаю это для того, чтобы тебе пожелать приятного просмотра, приятного аппетита, потому что ты там обычно кушаешь подвиросы, ну и попросить тебя поставить лайкос, потому что ты забываешь про это. Ну, либо же ты просто ленивая попа. Ну, я такой же. Но иногда надо все же собраться и влупить лайкос. Вот, надеюсь, ты это делаешь. Ну так, чё, начинаем ролик. Давай, лучше вытаскивайся, колымага. Ну, так, ну, ё-моё, ты там это, ещё помогай, давай, помогай. Давай, сейчас. Ё-моё, чё ты как вкопанная застряла там. Ну же, БМВ, давай. Ай! Чё ты какался? Это трындец, блин. Колымага зеленая, вытаскивайся из сугроба. Нам ехать надо. Намертво застряла, ужас. Это пипец, блин. Я не понимаю, как ее вытащить вообще. Да и я не понимаю нашу погоду в городе. Вчера лето, солнышко светит, а сегодня экстремальная зима, блин. Снега выпало больше, чем в новом году. Тут не проехать, не пропердохаться, вообще трындец какой-то. Даже в магазин не сходить, я уже проголодался без еды сидеть тут. Ух. Да я тоже, блин, вот если бы мы, конечно, эту машину вытащили, было бы идеально, а то мы и ногами, и руками, и лопатами пытались ее вытащить. Вообще никак. Ох, я не понимаю, вот кому нравится столько снега, чтобы вот прям никого. Машины замело. Ну, я, кажется, понял, кому нравится столько снега. Но это единичный случай. Короче, это трындец. Лучше бы этот весь снег, блин, растаял. Вот разом, блин. Ой, ладно, все, я домой. Я не могу тут находиться. Тут холодно, блин, снежно. И ай! Скользнуться можно! Паша! Просыпайся! Паша, быстрее вставай, давай! Отстань, Лёд! Ой, потопило! Затопило! Потопило кран! Перекрой, и вода перестанет течь! Какой кран? Кран тут не поможет! Быстрее вставай, давай! Тут глобальное происшествие, кажется, произошло! Ой, вода везде! Вода! Господи, ты чё так пугаешь меня? Ты... Зачем тебе акваланг дома? Ты нормальный? Техника безопасности! Тут потоп случился, Паша, потоп, понимаешь? Боже, почему у нас вода в доме? Ты чё? Потому что после вчерашней метели снег растаял! И теперь тут это вода везде! Везде вода! Что в смысле? Прям везде? Везде! Подожди! И на улице вода, Паша! Целую кучу! В смысле? Это пипец! О, перный кокос! Это весь город затопило! Весь снег растаял, ты понимаешь? За ночь! Разом! Разом! Чёртова погода! Вот, блин, вечно все ненормально! И что нам делать-то теперь? Это ж все, это конец света! Нам теперь можно купаться! Смотри, что достал! Ты что, дурак, блин, какой купаться? Тут акулы есть, тут это рыба, тут все, тут трындец, блин, надо. Как, сейчас нам капец как повезло, то, что нас не затопило. Так, значит, ты идем в дом, сейчас собираем все самое нужное и сваливаем отсюда. Так, чебуреки, еда, вода, так, корм для снежка. Ну, по идее, я все забрал. Так, значит, тут мы тоже взяли. Я тоже забрал вещи. Ну, тогда все, что мы стоим, побежали. Блин, давай, снежок, держись! Прощай, дом! Блин, ну чё ты? Да ладно, мы ещё вернёмся! Так фигово всё начинается! Да мне кажется, вода только поднимается! Ёшкин кот! Ого, капец какой! Её за 10 минут стало ещё больше! Так, ладно, Лёха, ты пока это заводи машину, отведи её на сухое место, а я попробую найти выживших. Люди! Так, я вижу, там некоторые выжили, но им нужна помощь. Ну-ка, может, какие-то спасатели на лодках или еще кто-то? Ай, вообще никого нет. Так, ладно, а тут у нас что снизу? Люди, может, подводная лодка есть? Ёшкин кот. Так, ладно, тут кому-то 100% не повезло. Так, Снежок, держись, надеюсь, ты умеешь задерживать дыхание. Все, плывем назад к Лехе. Ёшкин кот, давай, еще вода такая прохладная. Леха! Паша, ты где? Ёлки-палки, ну тут уже! Это трындец там,
там очень много утонувших людей. Кому-то реально не повезло за эту ночь. Ну их уже не спасти. Это да, так, ладно, все, пошли быстрее к машине. Может, кого-то найдем, выживших, они нам помогут. Ой, блин, даже как-то непривычно видеть город таким неживым. Машины разбросаны и людей нет. Кстати, ну, а где все люди вообще, я чуть не понял, а? Уехали спасаться из города, стопудово, чтобы не затопило. Ну, кстати, логично, логично. Ладно, хорошо, блин, только мы сейчас куда едем? Смотри, лодка! О, реально лодка. Что такое? Джекпот делает прям посреди улицы? Обалдеть! Нам капец как повезло, ты посмотри. Лодка. Ее можно же отсоединить и плыть на ней. Кстати, да. Ой, Лех, мне кажется, тут за эту лодку была жесточайшая борьба какая-то. Это... Ой-ой-ой. Леха, прикинь, смотрите. Че это за люди? Ай! Мы смиром, Так, Леха, давай, доставай пистолет. Леха, это их лодка. Чуваки, не стреляйте. Снежок, приднись. Главное, чтобы по тебе не попали. Ой, о, попал, у меня автомат. Так, попал. Ладно, стреляй, стреляй. И раз, два, три. Да. Стреляем. Тихо, нормально, нормально. Так, ладно, Леха, если что, прикрой меня, готов? Прикрываю, пока нет. Два и три, погнали. Бам-бам-бам. Давай. Минус один, минус второй. Минус один слева, обходим второго. Так, ну-ка, бам-бам-бам-бам-бам. Видишь? Вроде все. Чисто, чисто, мы их пристрелили. Так, ладно, оружие я их возьму. Так, оружие, ну-ка, оружие, быстрее подбирай все. Все припасы нужны. БП и бомбовый дробовик. Так, это я себе заберу. Нифига, у них тачка прокачана. Какие-то это ненормальные, да, чуваки. Ладно, все, мы победили в этой битве. Так что давай сейчас мы быстренько так возьмем этот прицеп и... Вот его. Слушай, да, наверное, мы сразу его опустим в воду и поедем уже на лодке. Так, ладно, главное сейчас аккуратненько ее отцепить. И все давай, будет не поцарапай. Замечательно. Да я не поцарапаю. Лодка, стой! Слушай, нормально. Да, все вроде как хорошо. Так, ладно, давай, Леха, выходим. Сейчас на лодке. Нет. Только не дождь, да какой дождь! Наша лодка уплывает! Ёшкин кот, да это трендет, блин, три в одном. Лодка прям уплывает, все уплывает, да я сейчас, секунду! Сейчас надо собраться, давай, забирайся! Ух, что, я на лодке, давай, садись быстрей! Страшновато теперь в погоду в эту! Ну, теперь 100% уровень воды поднимется еще больше. Так, ладно, сейчас главное развернуться, и все будет нормально. Главная лодка есть. Ну все, мы спасены, мы вместе в лодке. Мы команда, никого не забыли, ничего не забыли. Стоп, Леха, где Юля была? Не знаю, она у себя дома была. Быстрей к ней домой. Эх, так, ё-моё, как это застегивается-то. Паша, я думаю, не стоит прыгать тебе. Мне кажется, в баллонике кислорода не хватит просто доплыть до дома. А хватит, Лёха, там всего. Мне все равно, мне надо ее спасти. Так, ща. Нет, так вот, Паша, не фонарик. Надо. Я не хочу тебя потерять. Вот слушай, я уверен, он глубоко дом этот очень, ты не доплывешь. Да доплыву, Лёха. Все, короче, мне надо ее спасать. Я пойду. Ты, главное, это, останься тут и скинь якорь. Фух. Не надо, не прыгай. Паша, не оставляй меня одного тут. Вдруг там акулы. Все нормально. Да все нормально, у тебя снежок есть, никто мне не съест, не волнуйся. Фух, ладно, была не была. Юля, я с тобой. Вау. Фух, так я. Мамочка моя, что это такое? Так, ладно, это кит, хорошо. Офигеть, блин, весь город затонул. Так, ладно, пока есть кислород, надо спускаться. Фух, так, блин, главное, чтобы вместо кита я бы не встретил какую-нибудь акулу. Фух, так, сейчас надо быстро, блин, где ее дом? Так, вроде как это ее дом, так все быстро, давай фигач. Ой, люди, привет, надеюсь, у вас все хорошо. Добрый день. Так, ладно, все, надо плыть к ее дому. Ох, ёшкин кот, как сложно. Юль, я плыву. Сейчас, так вот ее дверь, на! Ух, Юля! Боже мой, что ты? На! Быстро, на! Все, запердухал акулу, очуметь! Юля, с тобой все хорошо? Так, сейчас, ё-моё! Юль, ты жива? Блин, очень все плохо!
ой, еще этот кот Бублик. Так, ладно, сейчас, все будет хорошо. Сейчас я вам помогу. Подождите, главное. Давай, ну же, пожалуйста, оживи, блин. Нет, ты живи, не умрешь. Давай, вставай, кот, вставай. Юля, ты не должна умирать не в мою смену. Давай, ну же, да помогай. Что же делать такое? Искусственный массаж сердца не помогает. Давай. Я не знаю, Паша, они слишком много воды нахлебались. Нужно делать искусственное дыхание. Точно. Сейчас, секундочку. Фух, так, ладно, как оно делается? Давай. Дыши. Сейчас, еще раз. Давай, Паша. Я сейчас сам задохнусь. Давай. Паша, что? Капец, кажись, все. Не удалось спасти их. Нет, стой, подожди. Секунду, а может... Нет. Нет, Паша, все, нет. Капец. Нет, это не может быть. Стой. Нам надо уходить. Уже вода поднимается, все быстрее. Как уходить? У нас Юля тут. Ты что? Нет, я ее не брошу. Ну придется, Паша. Нет другого варианта. Уходим. Почему так? Почему? Ну может есть все же. Люха! Что? Паша. Юля! Юля! Вода. Ты жива? Там была вода. Юля, вставай, быстрей. Очметь, я уже думал, все, трындыко. Офигеть, это чудеса какие-то. Господи, что это вообще было? Я была под водой, я думала, мне конец. Весь город затопило, волна поднялась и все накрыло. Что? Ты жива? Это слава богу. Вот, так, ладно, короче, объясняй ситуацию. Пол города затопило, ну, как пол? Наверное, больше весь город затопило. Остались только мы... вчетвером получается. Поэтому, ладно, сейчас не об этом. Давайте садитесь в лодку. Нам надо ее сейчас отпихать назад и будем плыть дальше. Ох, блин, я уже думал, ты реально от того откинешься. Я тоже думал, да. Слава богам, что все обошлось хотя бы. Ты от меня так легко не отделаешься. Так, ладно, получается, мы сейчас... А, стоп, куда мы вообще плывем-то, я не пойму, а? Не знаю, в убежище какое-нибудь живых хотя бы найти. Ага, убежище, конечно. Все бункера, все убежища, они все под водой, они все затопленные. Тут ну смотри, самое... может кто-нибудь на дереве сидит. Ага, обезьяна на дереве сидит. Блин, я не знаю, что. Ой, так тут провода электрические, лучше их как бы не трогать. Близко не подъезжай, я не хочу стать электромехаником. Погодите, а что там дальше? Это вы видите вдалеке? Это... Там! Что это? Вода! Нет, это подожди! Гигантский это... банан! Да, ну нафиг! Это же это подводная лодка! Реально! Ого, подводка! Так, ладно, это наш шанс. Предлагаю пришвартироваться! Военный тогда! Ах, опа! Все, выходим быстрее! Быстрее! Чур я первый! Ух, так все! Меня простите! Давайте, я первый, да! Наконец-таки! Люди! Это трындец! Тогда откройте! Кто-нибудь, как зайти сюда? Тут есть звонок, а? Фух, наконец-таки мы вход нашли. Так, ладно, все, проходим. Тут военные есть должны, поэтому живой? Должны мы их найти. Мамочки! Люди! Что с ним? Слушайте, тихо, ребята, тут трындец какой-то приходит. Вояка лежит уже! Давай на цыпочках проходи! Да какой на цыпочках оружие? Доставай, блин, цыпочки-то наши! Оружие! Так, ладно, проходим. Опа! Ай, блин! Не нравится мне это! Да мне сейчас тоже! Вряд ли на какой-то подводной лодке будут лежать свои же солдаты! Может быть, пираты захватили корабль? Ага, пираты, конечно, мы в средневековье попали, Леха, конечно, нет, какие пираты сейчас. Тут должны быть какие-то выжившие люди или еще кто-то. Люди! Может быть... Что тут произошло? Тихо, тут человек. Так, я первый прохожу так. И... Опа-бам! Тихо, аккуратно, Леха, там еще много. Так, пошли нафиг! Ушли отсюда! Паша, аккуратней! Пираты, блин, бандиты! Так, Юля, не бойся, все нормально! Проходим! Так, ладно, хорошо, давай, заходим! Так, все, минутарой, пам-пам-пам-пам!
Вроде есть пестики. Вроде... Так, ну-ка, сейчас проверяй. Есть, давай. Алло! Вроде чисто. Юль! Вроде пусто. Сейчас, я проверю зад. Ну-ка, так, ну-ка. Тут пусто, все нормально. Юля, с тобой все хорошо? Никто не тронул тебя? Да со мной это все в порядке. Только меня пугают звуки выстрелов. Мне страшно. Вы-то сами целы? Ну, с нами все, а с ними нет. Ладно, все, давай, пошли. Меньше слов, больше дела. Так, ну-ка, тут Паша! чисто. У нас тут это, две новости, хорошая и плохая есть. Ой-ой-ой, с какой начать? Ну, давай с плохой. Какая плохая? Мы одни на корабле на этом. Или что это, подводная лодка? Ура! Ага, так, хорошо. А хорошая, по-твоему, какая? Хорошая? Тут по данным написано, что вода снижается. Ого! И скоро ее не будет. Через две недели. А что так это долго? Это хорошо. Сколько? Две недели. Ёперный театр. Ну, ладно, хорошо, у нас есть две недели на подводной лодке. Ну что, я тогда пойду проверять еду и запасы. Как это открывается? Эх, оба! Фух, я вылез. Наконец-таки! Свобода! Воздух! И воды нет этой, господи! Ребят, выходите! Очмить! Блин, солнышко такое классное! Ура! Вода опустилась! Вода опустилась! Это ого, да! Как красиво! Но все равно воды уже так мало, и вот совсем чуть-чуть, и ее вообще не будет! Эх, как же красиво! Ладно, все, короче, мы порадовались и хватит. Теперь мы должны восстановить город своими силами. Достроить его. Эх, чего? Ну, достроить? Нет, Паша, я не буду это делать. Я хочу отдыхать. Какой давай отдыхать? Я пойду, пока. Куда? Ну, ладно, мы с тобой достроим город. Ты ж мне поможешь, да? Пока. Ладно, остается снежок.